А где он? Туда дальше, что ли? А? Цапля была. Куда она делась? И снова здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики и зрители. Вот мы с республиканской трассы Кустанай-Астана выехали на трассу на 15 километров отрезок, участок, да, который соединяет республиканскую с трассой до поселка Кушмурун. Вы тут вначале смотрите. Ну, здесь, как всегда, вот такое озеро. Кстати, вот здесь вот цаплю видели. И вот остановились, и куда-то она или залегла, или отлетела, в общем-то, вот этот участок. Но это не главное. Я прошу вас досмотреть это видео до конца. Слушай, потому как... Пугливое видно, видишь, блин? Потому что в заключительной части, в конце, да, будет, ну, наверное, самое главное. Вот. Это то, что уже длится с 2014 года, с момента того, как у нас появился разрез южный, да? Так помпезно все начиналось, что вот все, это разрез, это сила, это мощь, железная дорога, ветка пойдет, рабочие места, завод там будут, газовые брикеты какие-то туда-сюда там будет. Ну, в общем, знаете, все, тут будет город, так сказать, вообще-то. И чем позорно это все, чем закончилось, я не знаю, почему вот не смотрят. Все-таки какие там были вложения, были ли там государственные средства и почему так это все печально закончилось. Я хочу напомнить вот с этим местом, вот 2014 год, 17 декабря, а 16 они нарыли каналы, да, вот менты, полиция здесь перекрыла, меня не пускала, да, и людей туда, начальство заехало, это после того, как шум я поднял, вот журналистов, да. Начальство туда заехало, а нас как бы шушеру вот оставили. Мы с другой стороны заехали, и вот видите, вот это канал они нарыли, это метра три вот этому каналу, да? Это было 17-го, вот, 12-го, 2014 год, да? И далее вы посмотрите в декабре 22-го года, что с вот этого вот, вот с этого канала, да? Что случилось с ним? Во что он превратился? Вот он, законсервирован, да? И вот смотрите, 25-го, вот этот канал, да? И это не самое широкое место. А в этом году еще на метр будет шире. И я покажу, почему, да? Потому что дамбу, вот дамбу ту, да, которую в прошлом году сами жители собирали деньги, вот, ее снова вот сейчас прорвет, ее уже, наверное, прорвало. Но вы посмотрите. Ну, это мы дальше тут продолжаем. Вот эта трасса, опять в этом, вот в том же месте, вот это вот несколько лет назад здесь прорывало. Тогда в МЧС пришлось звонить, потому что в ночь было, и, а там, знаете, наверное, сантиметров 20 вот в этих местах асфальт только оставался там.
и машины могли провалиться и уйти. Провалились бы, если бы МЧСники позвонили потом районному акиму, а районный аким попросил Юрия Ниська, там, тот с техникой, в общем-то, ну, то есть благодаря ему вот это место это. И после того опять поставили там кольца, вот эти квадраты, в общем-то, и снова опять в этом месте, видите, то есть, ну, или природа, да, как бы, ну, ничего тут такого большого нету, но тем не менее, вот там они валяться будут. В общем, досмотрите до конца, и будет не только интересно, но и будет познавательно. В общем, печально, вот, понимаете, вот там буквально то место, где вот сливали озера наши, это экологическая катастрофа. Это называется эрозия почвы водой. Когда идет вода, подмывает вот это, там овраг. Многокилометровый овраг уже. Посмотрите, там детально будет, как сегодня, в апреле, что там творится, дамба смывает ее. Ну, не буду забегать вперед, лучше увидите сами. Вот как-то так, еще раз, вот видите, все повылетало. Все оно осыпалось, разъелось. Вот такое качество, да? Произведенных работ. Ну, это мое суждение. Возможно, оно не совсем верное, грамотное. Ну, тем не менее. Вот опять это самое. Очень хорошо смотрит. Им. Опять ремонт. Опять как попало поставят. Вот это караганка. Вон она виляет. И пошла туда дальше. Разрез.
Тут что, вообще нет, что ли? Перекопано. Попытался за жаворонков в небе. Ну и сейчас вот мы повернем налево, да, и проедем. Ну, попытаемся проехать. В общем, вы посмотрите. Как раз будет трасса. Вот сейчас вот где-то налево здесь, да, вот. И в сторону там разреза вот тех озер, где дамба вот. Вот зимой я был, да, вот видите. Вот это место вы сейчас посмотрите сегодняшним днем. Вот это было декабрь 22-го, и сейчас 2-го апреля 2023-го года. Вот эта дамба люди сами сделали. Собрали деньги на бензин, на технику, и вот нагребли, да, вот озера вот эти, да, которые их спускали. И вот тот маленький канал, что вы смотрели, да? Да. Да. Вон они. Вон там нарыли, сколько они. Кто убирать будет. Убирать. Уже сроки прошли все. Убирать никто не собирается. И вот это сегодняшнее видео от 2 апреля от жителя южной стороны. Вот он ездил туда, добрался, да. Житель, который вот здесь всегда принимает участие. Он наиболее он. Сейчас все промоем. Вот посмотрите, сам он говорит. И озеро опять не будет. Да. Через 2-3 дня надо срочно засыпать, наверное. Не устояло. Много воды пошло. Жалко. Видимо, только-только пошла. Грунт приготовить. Может, вовремя засыпать еще можно будет.